Ежегодно 5 октября более 100 стран отмечают День Учителя, который был учрежден в 1994-м как Всемирный День Учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечается роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Сегодня в Центре традиционной культуры народов России «Водник» прошло праздничное чествование педагогов района. Thank you.
свет, зажженный вами не погаснет свет, и сердце, знаю, будет молодым, пока огонь священный будет с ним. Твоя душа от всяческих невзгод врачующее пламя сбережет. Оно еще поможет нам в пути хитрейшие загадки превзойти. Оно еще поможет и не раз. Учитель мой, в делах продолжить вас. Учитель, даже через много лет зажженный вами не погаснет свет. Здравствуйте, дорогие друзья! Среди людей, не меркнувших профессий, на вечность предъявляющих права, учителям, как вдохновенным песням, жить на земле, пока земля жива. Мы рады приветствовать вас в этом зале, в такой замечательный день, День Учителя. Сегодня здесь присутствуют лучшие из лучших. Цвет учительства нашего района. Заслуженные учителя Республики Дагестан. Ветераны педагогического труда. Руководители школ. Работники дошкольного и дополнительного образования. Аппарат районного управления образования. Все, кто причастен к обучению и воспитанию наших детей. Мы рады приветствовать сегодня и актив района, который всегда проявляет живой интерес к работе учреждений образования. Особую значимость нашему торжеству придает присутствие в зале работников аппарата администрации Хасавюртовского района. Учитель, труд твой кропотливый, с каким трудом еще сравнишь? Ты словно сеятель над нивой, бесценный урожай растишь. Ты будто первооткрыватель, ведешь по жизни молодежь. Ты в тоннах знаний, как старатель, крупицу золота найдешь. Для всех присутствующих в этом зале в праздничный день звучит песня в исполнении заслуженной артистки Республики Дагестан Юлдуз Топаевой. Бугусы землан дылемен, сырьеми
разумного, доброго, вечного говорят об учителях. От них все лучшее в человеке. Об авторитетном специалисте можно услышать. У него были отличные учителя. Об этом и поговорка. Дерево и учитель познаются по плоду. Сегодня для вас, наши дорогие, прозвучат самые искренние слова, добрые пожелания, хорошая музыка. На праздничном мероприятии присутствовали и представители руководства района. Глава администрации Загир Баташев поприветствовал и поздравил учителей с их профессиональным праздником. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие учителя, дорогие друзья. Каждый год мы собираемся в начале октября и со словами признательности и благодарности обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. И у каждого из нас в жизни был, есть свой учитель. Тот, кто своим жизненным опытом, глубокими знаниями помогает познать мир, сделать его богаче и учит строить будущее. Именно от учителя и от его профессиональных качеств во многом зависит судьба учеников, а это означает и завтрашний день нашей страны. Я сегодня с этой трибуны очередной раз очень рад поздравить вас с этим днем от имени главы муниципального образования Салава Джамалыча Апиевича, от собрания депутатов администрации муниципального района и от себя лично. С профессиональным праздником вас, Днем Учителя! Где бы вы ни работали, в общеобразовательной школе или в профессиональном лицее, в детском доме или учреждении дополнительного образования, вы посвятили себя очень важному делу. Образование подрастающего поколения, вкладывает свои знания, жизненный опыт, мудрость, чувства своих учеников, а значит, будущее нашего района, республики и страны. Учителей нашего района всегда отличали высокий профессионализм, активная гражданская позиция и участие в политической жизни района. Основным ядром местного отделения партии «Единая Россия» составляют учителя. Ваш вклад в реализацию приоритетных проектов развития РДС «Человеческий капитал» заслуживает искренней признательности и благодарности. Я знаю, что самое большое для вас счастье – это успехи ваших учеников. И хотел, чтобы пословица «Грош цена тому учителю, которого не превзошел ученик, чтобы вас не коснулось». Ибо для вас это самое главное. Пусть они всегда радуют, вдохновляют вас. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям. Много теплых слов в адрес коллег было сказано начальнику управления образования района Абдулой Абдулаевым и председателем профсоюза работников образования Калсыном Агезовым. Сегодня наш праздник. Праздник профессиональный. Профессиональный праздник учителя. Если кто услышал, вчера я по радио выступал и поздравил учителей Дагестана, но я подчеркнул особенно учителей Хасавюртовского района. Почему особенно? Они особенные учителя. Это многонациональный большой коллектив, который в республике занимает особое место. Есть у нас и большие достижения, есть у нас и недостатки. О недостатках мы говорили на августовском совещании. Сегодня хочу от всей души поздравить вас всех с профессиональным праздником. Пожелать вам успехов, удачи, личной жизни, счастья, радости. И на той неделе ко мне приезжал один мой друг, его жена, учитель, работающий в Москве. Мы обсуждали среднюю заработную плату в нашем районе Республики Дагестан. И когда я назвал цифру, они удивились, директор школы получает 250 тысяч, а учитель получает 160 тысяч в Москве. Но я сказал, в любом случае, ЕГЭ мы сдаем лучше вас. От имени райкома профсоюза сердечно и от души поздравляю вас с таким прекрасным праздником, как День Учителя. Кто бы, что бы, где бы ни говорил, профессия учителя – это удивительная профессия.
Потому что образование сделало человека таким человеком, каким он сегодня является. Без образования, без культуры добиться этого никто бы не смог. Поэтому на ваших плечах лежит большая ответственность, ответственность обучения и воспитания подрастающего поколения. И мы очень рады, что Хасаитовский район имеет очень крепкое, очень подготовленное ядро, на котором держатся все эти вопросы. Еще раз возвращаясь, повторяю, учитель есть учитель. Его всегда уважали, уважают сегодня и будут уважать, хотя мы порою в наши трудные времена где-то сталкиваемся с немалыми трудностями. Еще раз вас с праздником. Райком профсоюза решил на День учителя премировать ряд учителей и профоргов в честь праздника Дня учителя. Поэтому я сейчас зачитаю список все те премированные после данного занятия, мероприятия. Можете зайти в бухгалтерию райкома профсоюза и забрать свои премиальные. Награждается, премируется Шахпанова Элина, профорг Сулевкинской средней школы. Качкарева Кураиш. Качкарова Кураиш, ветеран труда, профорг средней школы Индрей номер 1. Абдуллаев Али, завуч теречной школы. Шамсуев Авайс, профорг Барангечевской школы. Исмаилова Руфа, профорг СОЖ селения Чагратар. Лахина Валентина, ветеран труда, профорг Мусалавул номер 1. Загиров Агали, профорг средней школы номер 1 селения Куруш. Мутаев Иса, профорг СОЖ селения Кандаураул. Вагабова Абдулнасид, профорг школы Бамматюрт. Абугаджиев Тимур, Аксай номер 2, профорг. Садуев Магомед, профорг СОЖ селения Ичичали. Ирспеев Ахмед, ветеран труда, профорг селения Байрамаул, школы селения Байрамаул. Зиявдинов Магомед, ветеран труда, профорг СОЖ селения Новососадле. Магомедов Аюб, ветеран труда, профорг школы селения Октябрьская. Шапиев Тельман, профорг СОЖ селения Темраул. Матеева Гульбагдад, ветеран труда, учительница средней школы селения Кадратар. Ибрагимов Раджа, профорг средней школы номер 1 селения Аксай. Абдуллаева Людмила, ветеран труда, учительница школы Аксай номер 2. Бегиев Султан, профорг Покровской средней школы. Муртазалиева Патимат, ветеран труда, учительница начальных классов селения Казмаул. Алимгадиев Магарам, ветеран труда, селения Темраул. Шехмурзаев Мухтар, ветеран, учитель Костекской средней школы. Султанмурадов Шамиль, профорг Новосельской средней школы. Абдулгаджиева Барият, ветеран труда, детские садики. Гамзаев Умут Камал, ветеран труда, учитель химии средней школы номер 1 селения Круш. Данные премированные люди можете получить свои премии. Еще раз вас праздником Днем Учителя. Далее мероприятие продолжили артисты отдела культуры района, которые представили яркий праздничный гала-концерт. Yeah.
комплименты, теплых слов вам, глаз лучистых, пожеланий добрых, чистых, ярких, свежих впечатлений и волшебных ощущений. Слова большой любви и признательности звучат сегодня в адрес огромной армии ветеранов педагогического труда, не жалевших ни сил, ни времени для обучения и воспитания сельских ребятишек. Их много, и все они посвятили свою жизнь школе. Хочется отметить Аймурзаеву Исерханум Альтимировну, учителя русского языка и литературы Баматюртовской средней общеобразовательной школы. Магомедова Ахмеда Расуловича, учителя математики Новокостекской средней общеобразовательной школы. Яхаджиева Хасана Даудовича, учителя русского языка и литературы Солнечной средней общеобразовательной школы. Хадывову Мадину Абдурахмановну, учителя математики Эндрейской средней общеобразовательной школы номер 1. Алхаматову Айшат Магомедовну, учителя русского языка и литературы Аджиюртовской средней общеобразовательной школы и многих-многих других. Спасибо всем вам за ваш долголетний и добросовестный труд. Для всех ветеранов педагогического труда звучит песня в исполнении народного ансамбля «Ламан Аз». Встречайте! Неоценим их вклад в воспитание сельских школьников, но есть среди них мастера своего дела, горячо влюбленные в учительскую профессию, передающие чистым детским душам свою любовь к добру, к истине, красоте, науке, искусству, то есть ко всему, что красит жизнь. Это люди, достойно несущие по жизни высокое звание, заслуженный учитель Республики Дагестан. Их много, но сегодня мы хотим назвать некоторых из них. Казиев Гаджибала Султанович, Курушская средняя общеобразовательная школа номер 1. Абдусова Тамара Максаровна, Ичичалинская средняя общеобразовательная школа. Мамаева Маржанат Муратхановна, Муцалилаурская средняя общеобразовательная школа номер 1. Молотаева Бадрахан Молотаевна, Карлаюртовская средняя
общеобразовательная школа. Османов Аладий Ахмедович, Барангичевская средняя общеобразовательная школа. Мугуев Исаак Алсынович, Кандаураульская средняя общеобразовательная школа. Эмиарсланов Ахмед Жуматович, Курушская средняя общеобразовательная школа номер 2. Тепло поздравляем и всею душой успехов желаем, удачи большой. Всем заслуженным учителям Республики Дагестан, посвятившим свой благородный труд на благо нашего района, адресуется песня в исполнении заслуженного артиста Республики Дагестан Латипа Шаипова. Учителя не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких таинственных созданий всегда открыты и верны судьбе. И в хаосе проблем ваши души вечно светят тем мирам, что заблудились в тесноте. О, великое слово, учитель! Я вас поздравляю! Я зарядил, я не хочу мой кофе.
учителя, представленные к награждению значком «Отличник образования Республики Дагестан». Баялиева Загра Османовна, учитель русского языка и литературы Байрамаульской средней общеобразовательной школы. Нуруддинова Айна Баймурзаевна, учитель Гоксуатарской средней общеобразовательной школы. Ваша школа, ваше детище, коллектив ваш, ваш верный друг. И находит всегда тот, кто ищет. И сложилось все это не вдруг. Много сил и здоровья утрачено. Было много забот и хлопот. Это было судьбой предназначено. Вам вести вашу школу вперед. Эти замечательные строки посвящаются руководителям школ, добившимся хорошей постановки учебно-воспитательного процесса, заслужившим высокий авторитет в своих педагогических коллективах. Мы поздравляем вас с Днем Учителя и приглашаем вас на сцену. За качественную подготовку выпускников 2015 года к сдаче единого государственного экзамена награждаются Абуталибов Ханапи Абуталибович, учитель химии и биологии Кокрекской средней общеобразовательной школы. Казакова Альбина Абдулкадыровна, учитель математики средней общеобразовательной школы станции Карла-Нюрт. Идрисова Хавраса Айбековна, директор Иччалинской средней общеобразовательной школы. Жалалутдинова Саният Магомед Алиевна, директор средней общеобразовательной школы станции Карла-Нюрт. Амачиев Юсуп Амачиевич, директор советской средней общеобразовательной школы. Махтиев Алимгаджи Сайпудинович, директор Гинжаулской средней общеобразовательной школы. Гатиев Султан Ильясович, директор Асманюртовской средней общеобразовательной школы. Для награждения приглашается на сцену глава администрации муниципального образования Хасавюртовский район Баташев Загир Гаджиевич. Аплодисменты, не жалейте своих рук! Почетной грамотой награждается Канаматова Тамара Бадыровна, заместитель начальника управления образования. За добросовестный и долголетний труд, значительный личный вклад в организацию учебно-воспитательного процесса и в связи с профессиональным праздником Днем Учителя и 60-летним юбилеем. Вам успехов дальше в работе, здоровья в личной жизни, вам, вашей семье, вашим детям, внукам. Дай Аллах вам здоровья. От души поздравляю. Учителя, которые удостоены такого почетного звания, как почетный работник общего образования Российской Федерации. Бахарчиева Сабигат Алиевна, Альмурзаев Михаил Алсултанович, Чаранов Абдулла Гитина Магомедович, Мусхабов Руслан Абдурахманович, Шихалиева Зубаида Мавладиевна. Мы приглашаем вас на сцену, а также для награждения этих замечательных учителей приглашается глава администрации муниципального образования Хасавюртовский район Боташев Загир Гаджиевич. Вам я лично подарю.
готов вам ложаться на стол, где стопки тетрадок ждут снова от сына. Мы знаем, учитель, что труд ваш тяжел, но знания ваши и опыт бесценны. Мы вас поздравляем, пусть будут всегда успехи свои посвящать вам, ребята. Любовь, пронесенная через года, к науке и знаниям будет вам платой. Дорогие друзья, вас и в вашем лице всех учителей общеобразовательных учреждений поздравит Апанти Исмаил Гаджиев. Экзаменов. Муталимов Рамазан Ризванович, на сцену, пожалуйста. Хайдаева Тоита Хаджиевна. Алиева Джамиля Абукеримовна. Абдуллаев Шигабудин Асхаб Алиевич. Эстамирова Элиса Эльмадиевна. От имени
имени районного управления образования хочется выразить огромную признательность всем организаторам пунктов проведения экзаменов, которые своим чутким вниманием, профессионализмом помогли выпускникам 2015 года достойно сдать экзамены, сделать ЕГЭ и ОГЭ 2015 года прозрачным, объективным, чистым. Магомедович, пожалуйста, вручите им грамоты. В числе лучших мы называем следующих учителей, учащиеся которых показали хорошие результаты при сдаче единого государственного экзамена в 2015 году, и приглашаем на сцену. Абдуллаева Арыужан Абдуллаевна, учитель русского языка и литературы Могилевской средней школы. Азалумова Римма Исаевна, учитель математики Могилевской школы. Магомед Расулова Айзанат Арсеналиевна, учитель математики Сулевкетской средней школы. Шахбанова Элина Курбановна, учитель русского языка и литературы Сулевкетской средней школы. Гамзатова Анжелика Исхаковна, учитель математики Ищелинской средней школы. Казакова Альбина Абдулкадыровна, учитель математики средней школы селения Карланюрт. Маталова Рисалат Магомед Камиловна, директор Могилевской средней школы. Шарудинова Зулпана Жуевна, учитель русского языка и литературы и Чичалинской средней школы. Мусаева Хадижа Кузайриевна, учитель русского языка и литературы станции Карланюртовской средней школы. Магомедов Абдурахман Магомедович, учитель математики советской средней школы. Денгаева Патимат Суриевна, учитель русского языка и литературы Муцалаульской средней школы номер 2. Мусаева Заира Ахьядовна, учитель русского языка и литературы Теречной средней школы. Исакова Завружа Куцумовна, учитель русского языка и литературы советской средней школы. Сатуева Сиежан Рамазановна, учитель русского языка и литературы Адлиатарской средней школы. Гасанова Калимат Джабраиловна, учитель русского языка и литературы Капрекской средней школы. Татарханова Маджинат Шамсуддиновна, учитель русского языка и литературы Казмаульской средней школы. Джабурханов Алевдин Арсендинович, учитель математики Гинжалульской средней школы. Шахмурзаева Курмангыз Шахмурзаевна, учитель русского языка и литературы Гинжалульской средней школы. Акайчикова Вазипат Абдулбасировна, учитель русского языка и литературы Эндерейской средней школы номер 1. Бичаева Мархет Хамзатовна, учитель русского языка и литературы Солнечной средней школы. Аскерова Зухра Зулкарнаевна, учитель русского языка и литературы Кастекской средней школы. Адилова Нуржан Гаджиевна, учитель русского языка и литературы Кандаураульской средней школы. Пашаев Арслан Хасанович, учитель русского языка и литературы Покровской средней школы. Абдуллаева Паризат Магомед Шапиевна, учитель математики Новогогатлинской средней школы. Всех вас, дорогие друзья, звучит песня в исполнении учениц Эндерейской средней общеобразовательной школы номер 1 Хизреевой Маки и Камиевой Софии. А называется песня «Взрослые и дети». Они в первый раз на большой сцене, я вас попрошу их поддержать. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, есть.
сердечно поздравляем учителей, награждаемых грамотами Управления образования за качественную подготовку победителей республиканских предметных олимпиад и конкурсов и просим подняться на сцену. Узумгаджиев Саидахмед Магомедович, учитель ОБЖ Терочной средней общеобразовательной школы. Салемгиреева Мингисет Хангиреевна, учитель технологии Байрамольской школы. Абдуразаков Абдулазим Абдулзагирович, учитель технологии Байрамольской средней школы. Исаев Аздемир Исаевич, учитель истории Сивухской школы. Темиргиреева Патимат Джунидовна, учитель родного языка и литературы Османюртовской школы. Учитель родного языка и литературы Хамавюртовской средней школы. Атавова Супия Ханум Гасановна, учитель родного языка и литературы Кастекской средней школы. Богатова Айна Богатыровна, учитель родного языка и литературы Кастекской средней школы. Магомедова Сакинат Алиевна, учитель литературы Сулевкенской средней школы. Исмаилова Айшат Зубаировна, учитель родного языка и литературы и Чичалинской средней школы. Тагирова Лариса Тагировна, учитель технологии Кандаураульской средней школы. Умаева Хасра Тимурхановна, учитель Тимираульской средней школы. Лалаева Исита Шайх Ахмедовна, учитель истории и общества знания Новосельской средней школы. Магомедова Марина Анатольевна, учительница английского языка и литературы Новокастекской школы. Идрисова Хадижат Камалуддиновна, учитель биологии Новосветлинской средней школы. Османова Умул Гайман Саадуллаевна, учитель технологии Новосветлинской средней школы. Сурхатилова Татьяна Гасановна, учитель технологии Кокрекской средней школы. Хибетова Джамиля Бисултановна, учитель технологии Кемсиюртовской средней школы. Умаева Зарият Умарпашаевна, учитель родного языка и литературы Темираульской средней школы. Абдулкеримова Кавсарат Атаевна, учитель Хамавюртовской средней школы. Темирова Салимат Гасановна, заместитель директора по научно-методической работе Новогогатлинской средней школы. Для награждения приглашается первый заместитель председателя районного собрания Лабазанов Магомед Магомедович. Абдуразаку Абдузалим. Салим Гиреева Мингсет. Тимир Гиреева Патима. Татаева Хурма. Умаева Зарья. Магомедова Сакина. Богатова Айна. Атаула Супьянка. Тагирова Лариса. Идрисова Хадижа. Османова Уму Гайман. Сурхатилова Татьяна. Хибетова Джамиля. Абдулкеримова Касара. Награжденные и ожидающие награждения, я от души поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам здоровья,
Желаю вам хороших учеников, которые ищут знания. Желаю вам, чтобы вы сами всегда были готовы передать весь жизненный багаж, все ваши знания вашим ученикам. И чтобы они обязательно вас переросли в этих знаниях. Всех благ вам, здоровья, счастья и больших-больших успехов в учебе ваших учеников. Всего доброго. Спасибо. Всем тем, кто был награжден за добросовестный труд, мы дарим песню в исполнении Ахмеда Лабазанова. Встречайте, уважаемые друзья! Признание для тебя, моя любовь. И я солнце, луна, ты и я, небо, земля. Не прожить мне без тебя и ни дня, и ни дня. Ты мне дай слово, мне дай быть моей, пообещай. Я люблю, ты так и знай, заберу с тебя свой рай. Сегодня они на заслуженном отдыхе, но не теряют связи с родными коллективами, приходят в школу, интересуются работой своих коллег, помогают молодым. Не грустите, что настала осень вашей жизни. Впереди волшебница зима, сказочная зимняя погода, несказанной прелести полна. Дорогие ветераны, ваша осень щедра и богата, если взглядом окинуть ваш путь. Вами сделано много когда-то, и результаты имеет ваш труд. Учителей ветеранов педагогического труда, находящихся на заслуженном отдыхе, пришли поздравить с праздником Днем Учителя воспитанники детского сада «Солнышко», которые хотят подарить свой танец «Маленькие звезды». Встречайте! Аплодисменты! Thank you.
ежедневно приходят и начинают свой учебный год. Выпускники университетов, педагогических институтов, колледжей. Они – наша надежда, наша смена, наше будущее. Они молоды, обладают знаниями, но у них мало опыта и профессионального мастерства. Задача старших учителей-наставников – помочь им стать настоящими педагогами, полюбить детей, овладеть секретами педагогического мастерства. В этот замечательный праздник всем, для кого День Учителя стал профессиональным праздником первый раз в жизни, посвящается песня в исполнении заслуженной артистки Республики Дагестан Джамили Индербиевой. Все ходили в детский сад, все из глины мастерилы, и глашадок, и зайчат. Труженики
дошкольного образования. Это от их нелегкого труда зависит подготовка малышей к школе. Они первыми приучают детей к жизни в коллективе, учат их быть самостоятельными, трудолюбивыми, как родители заботятся о благополучии своих дошколят. Уважаемые работники дошкольного образования, самых искренних слов не жалея, вам желаем любви и добра, ярче, радостнее и добрее, пусть становится день ото дня. В этот праздничный день свое стихотворение дарит вам воспитанница детского сада «Родничок» селения Новосельское Идиева Максалина. Вот она, наша маленькая, такая красивая девочка. Может, просто стало нам привычно, но не видеть этого нельзя, что у воспитательниц обычно вечером усталые глаза. Мы-то знаем, что это такое, детворы неугомонный рой. Тут с одним-то не найдешь покоя, а не то, что с этакой гурьбой. Тот смешлив, а этот смотрит косо, там драчун уж затевает бой. А вопросы, тысячи вопросов, и ответа требует любой. Сколько нужно ласки и заботы, всех услышать, каждого понять. Благодарна и трудна работа, постоянно маму заменять. Не тревожно на работе маме, веселы ребячьи голоса, и всегда следят за малышами добрые усталые глаза. День окончен, не все песни спеты, у детишек не тревожен сон, так примешь поклон от всей планеты, за детей прими от нас поклон. И наконец-то мы подошли к самому главному, самому сильному звену в системе народного образования нашего района. Это аппарат управления образования Хасавюртовского района, возглавляемый Абдуллаевым Абдуллой Хан Магомедовичем. Это методический центр образования в нашем районе, от работы которого зависит учебно-воспитательный процесс в целом. Доброжелательность, компетентность, порядочность, интеллигентность, высокий профессионализм – отличительные черты работников районного управления образованием. Наши дорогие, вы во всем такие, отдаете душу, опыт и любовь дорогому делу, миру молодому и всему, что сердце пожелает вновь. И поклон вам низкий от друзей и близких, и от всей отчизны за бесценный труд. Для вас поет Мухтар Алибеков. Дебютное выступление. Живой звук. Пожалуйста, поддержите. Горы сказочных огней, я шел, пытаясь отыскать одну тебя и сотни тех. Но видит Бог, и повезло опять. Я отгоню тупую боль, что сердце ранит, словно боль. Я мог бы все тебе простить, но не предательство и ложь. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Я ухожу из твоей жизни, лишь только плачет за окном холодный ветер января. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Я от венчания до тризны хотел с тобою рядом быть, но видно, это не судьба.
этом мире имеет свой конец. Подошла к концу и наша встреча с вами. Праздник кончается, но жизнь продолжается. И пусть в ней праздничным фейерверком для вас станут блестящие ответы ваших учащихся. Звездным водопадом обрушатся на вас все земные блага. Прекрасный сложится букет, самые приятные моменты. Будут в том букете солнце, свет, радости, улыбки, комплименты. Будут в нем, как яркие цветы, музыка, улыбки, близких нежность, пожелания счастья, красоты и любви, и радости безбрежной. Ну а концертную программу вели заместитель директора по воспитательной работе Индирейской средней общеобразовательной школы номер 1 Темирханова Айшат Камиль Пашаев. Мы, в свою очередь, поздравляем всех работников образования с их профессиональным праздником и желаем им процветания, семейного благополучия, здоровья и терпения.